подарок для души в столь сложное время для вас всех. Как-то хотелось бы душевный вечер устроить для вас. Вот хотим представить вам какие-то красивые мелодии, спеть задушевные романсы. Ну, давайте что-нибудь споем. Давайте. Да. Ехали на тройке, живут сами, а вокруг нет сами огни. Это как бы мы не тебе совали. Ну, чтобы разобегать I'm gonna make it right.
быть, что-нибудь расскажем. Давайте про романс. Вот, дорогие друзья, сейчас прозвучит прекрасный старинный романс. Игорь Коня. Давайте нам расскажем про историю этого романса. И комментарии мы тоже приветствуем. Можете писать на сегодня Евгения Онова, наша оператор, который может вам подсказать про комментарии. Мы можем ответить с удовольствием на любой вопрос. Тем более история всегда такая широкая. Ну, это же пишет Татьяна Кипелкина. Супер, здорово, молодцы. Там сердечки вам посылают. Добрый вечер, Татьяна. Спасибо. Красота. Спасибо. Там я вижу, что очень много. А мы можем спросить наших зрителей, как вообще видно? Потому что у меня такое подозрение, что немножко вертикально показывается картинка. Вот, может быть, кто-то напишет из наших друзей, кто смотрит, как вообще качество. Как у них там в телефонах видно, на компьютерах, если кто смотрит. Ну да, надо еще обозначить, с какого профиля, да? Где хорошо, кто с какого профиля смотрит, чтобы было понятно. Как с качеством, вот, если качество устраивает, тоже пишите. Вот Арина Бурнашова пишет, да? Лешина сестра, браво. Вот, прекрасно. Ну, как приятно действительно собраться в такой вот великолепный ноябрьский вечер, несмотря на весь этот карантин. Вы знаете, действительно, цыганское искусство, цыганская музыка настолько разнообразна, во всех странах цыгане имеют какие-то очень свои традиции, и это очень ярко различается внутри вот вообще какого понятия, как цыганская музыка. Да? Очень важно, у румынских цыган, ну, у испанских, у норвежских, третьих, у французских. Но у нас традиция такая, больше все-таки цыган России. У нас более такая русская. Хотя у нас в репертуаре есть и песни латвийских цыган, латышских цыган. Тоже очень ярко отличается. И что мы хотим сказать вообще сегодняшним вечером? Мы хотим сказать, что никто не должен унывать, несмотря на то, что происходит повсюду. Этот невероятный год, неожиданно совершенно для всех. Невероятных сюрпризов, но мы продолжаем. Давайте продолжать играть. Этот позитив будем сохранять по возможности, насколько это в наших душевных, духовных каких-то порывах, настроениях. Это же такой позитив подрезающий. Ну, не знаю, много любителей цыганской музыки во всем мире. Да, и да, мы хотели бы, конечно, принести побольше радостных каких-то настроений. Поделиться радостью, конечно, да. Нашим настроением. Да. И теплом. Да. Да. Но я хотела бы представить, это известнейший гитарист Андрей Джелахаев. Гитарист Виртуоз. Это мой брат, родной племянник Артура Копыленко, моего отца, который является основателем группы «Анорама». Ну, я думаю, что все, кто присоединяется, все его знают, его знали, я не знаю, за пределами Латвии. Во всех странах, насколько я знаю, для Белоруссии, да. Все знали вообще везде. В Европе, в Америке, в Австралии, в Латинской Америке. Да, но его с вами... Потрясающий исполнитель совершенно. Увы, с вами уже его не только в 3 года. А «Анорама», наш коллектив, уже как третье поколение, передает свою эстафету. Поэтому вот сейчас мы хотим спеть очень красивый романс, «На беговых конях» называется. Это даже не романс, это старинная цыганская песня. Но я считаю, что ее только могут спеть настоящие цыгане. Мы хотим вам подарить именно эту песню. Вот, кстати, скажу, Тина Лунина пишет: гениальная идея, онлайн-концерт. Огромное спасибо. Спасибо. А Карина Бернана, какие вы молодцы. Спасибо. Вот у нас, я так сделаю небольшую вставку, у нас камеры стоят вертикально, но почему-то идет изображение вертикально, то есть это как бы у нас все с нашей стороны нормально, ну, непонятно почему так. Ну, как, вот, пишут люди, что вертикальное изображение как перевернулось, но на телефонах у кого-то нормально, у кого-то почему-то
Да, это что-то такое, это не с нашей стороны. Да какой-то креатив. Это какая-то магия. Да, там что-то переворачивается. Ну, говорят, что звук хороший, только когда разговорный звук хочется погромче, а когда говорят, что звук нормальный. Дорогие друзья, звук главное. Главное содержание. Да, драма, музыкальная музыка. Виктория Галиша, светлая память Артуру, помним. Yeah.
пишет: «Эх, какие вы молодцы! Любим ваше творчество! Еще чуть-чуть и в пляс пойдем». Спасибо, добрый вечер. А вот Юрий Слунин пишет: «Ну, у нас получается, почему-то перевернула картинку, и ну, мы не можем повернуть наши телефоны, потому что у нас все уже подстроено под это». И вот комментируют зрители, Юрий пишет: «Проблема решаема. Кто смотрит с телефона, просто отключите автоповорот экрана. Кто смотрит на компьютере, выпить рюмку и смотреть лежа на бабку». Прекрасно, браво, Юрис, да? Да, Юрий Слунин дает хороший совет. Марина Косенкова, спасибо, пишет, много сердечек. Добрый вечер. Вашего папочку застала, он приезжал к нам в ресторан в Кекову, был вечер цыганской музыки. Раечка, рада вас видеть, скучаю, пьянею от ваших песен. Спасибо, Карина Бернина. Спасибо. Там просто уже очень много пишут. Спасибо всем. Так, тут еще комментарии зачитаю. Саша Казаков: «Эх, в такие карантинные времена, такие вольные и свободные песни». Спасибо. Анастасия Пономаренко: «Спасибо за атмосферу». Да. Рина, играешь здорово. Вот тебе лично Рина передает. Абба Герцбург: «Душевно». Вадим Смирнов: «Очень красиво». В общем, очень активно пишут, много сердечек. Любовь вам посылают люди. Спасибо большое, Алексей. Знаете, я бы хотела, чтобы Роксана рассказала немножко, где мы сейчас находимся, в каком месте. И что у Латвии такое есть. Расскажи, кто еще у нас не был, кому еще неизвестно. Мы сейчас находимся в церкви, которая находится в самом сердце Риги, на Домской площади. Здесь у нас как находится и наш офис самого центра, и непосредственно
гражданской истории, узнать, откуда мы пришли, что мы несем, какая наша цель вообще в жизни, что он, зачем этот народ находится на этой земле, и что он должен, как бы, что он должен принести всему, всему человечеству, потому что я думаю, что мы такие яркие, что мы такие самобытные, не просто так на этой земле, но все-таки несем свои вибрации, свои какие-то эмоции. И я думаю, что любой человек, кому хотя бы немножечко интересно коснуться нашей души, узнать немножко о нашей культуре, должен посетить этот прекрасный музей. Ну это так, немножко, совсем такое короткое интро про то, где мы сейчас находимся. Thank you.
Петрова пишет: «Супер, приятно вас слушать». Ирина Кияшко: «Зору Бахталы, ты лучший». Не знаю, что это. А Ирина Кияшко, твой привет. А это и моя подруга. Зору Бахталы. Из Ростова-на-Дону. Это когда я ездил в цирку, да. С Наташей, да. И привет. Вот, Ирина. А что это значит? А это значит... Зору Бахталы? Да. Здоровье и счастье. О, прекрасно, вот так вот. Ирина Боровская: «Ай, молодцы, Роман, здорово». Так, сейчас. Спасибо большое. Спасибо. Было приятно, что пообщаться с аудиторией, с публикой. И так было бы приятно, но у нас сегодня немножко аппаратура не позволяет. Да. Ну, следующий раз. Да. Игорь Агафонов пишет: «Обожаю ваши душевные песни и вообще соскучился по вашему творчеству». Влада Банку: «Безумно скучаю по вам». Много сердечек шлет. Спасибо. Ура, спасибо. Это привет из Молдовы. Да. Привет. Ваши комплименты, друзья, нагревают нам. А вот Евгений Петров: «В югу давайте». Это может быть песня такая? Ну, сегодня, наверное, в югу мы не споем. А вот пожелание, мы будем не один концерт делать, вот будет серия концертов. Желание с песней. Давайте, может быть, сыграем чардер. Вот Алексей Колесников. Уже пора? Да, я думаю. Да, да, как всякие вот этот момент. Ну, надо сыграть. Красиво сделаем. Скрипку тоже послушаем. А то все гитары, гитары, надо скрипку. Я осенью не играю. Ну, давай попробуем. А этих попробуем. Нет, я верю, получится. Ре, ре минорчик. Давайте, Алексей. Thank you.
Вот спрашивает Ирина Боровская, не вечернюю можете? Все пожелания будут на следующий концерт. Мы запишем все названия песен, под которые вам нужно напишите себе любимые романсы, баллады, песни. Да? Конечно. Опишем. Давай, Ирина. Беверли Хоуп. Да? Беверли Хоуп, давай, Ирина. Ну, давай, Ирина. Марина Косинкова, браво, Влада Банку, супер. Карина Бернина, Раечка, можно спеть песню из «Беспреданницы», пожалуйста. Диана Савельева, супер, молодцы. Сердечко. Спасибо, спасибо всем. Исабелла Фатима Ревута пишет, ах, Чавелла, ах, молодцы, как зажигается. А скрипочка как поет, спасибо. Это же очень редко, когда цыганскую музыку может сыграть, что не цыган, скажем так, да? И Алексей – это тот человек, который играет любую музыку. Он очень талантлив, мы его любим, уважаем, ценим, что у нас есть такой друг. Он влился в наш коллектив, и без него уже мы как бы и не можем. Нашел и уже. Уже не будет. А вот теперь, можно я пару слов скажу? Арнелла, видите, какая она у нас красивая. Самая молодая, самая талантливая. Очень красивая девочка. Она очень талантливая. Она поет любую музыку. Не только цыганскую. Любую совершенно. Поэтому все-таки сегодня, так как мы делаем цыганский вечер, цыганской души, она споет известнейший романс «Отойди, не люби». Thank you.
классная музыка. Скрипка зажигает. Молодец, Алёша, браво. Лариса Колесникова, мама Алексея, пишет. Она педагог, перезагрузилась из э-журнала в детство Алексея. Помогаем педагогу. Снимать стресс. Педагоги за все. Натуся Бублик, рада вас увидеть и слышать. Спасибо за настроение теплое. Спасибо. Помимо того, что она замечательная певица. Ой, спасибо. Лауреат многих конкурсов. Также она у нас актриса. Но самое главное, что для нас сейчас, и для нашей семьи, и для всего, как мне кажется, цыганского общества, очень важно, она в себе открыла талант, умение, и сейчас она его дарит зрителям. Это творчество художника. Она замечательный художник, и здесь, в нашем музее, тоже можно познакомиться с ее работами. А что она живет? Да, она уже в свои маленькие годы уже успела организовать свою персональную выставку в Рижском доме, где у нее прошло такое очень красивое, очень такое знаменательное мероприятие. Ее картины сейчас на самом деле очень знаменитые. Ее картина по выходе из Индии стала вообще таким мировым достоянием, потому что 2 года назад наш народ как бы отмечал тысячелетие, как цыгане вышли из Индии. И посвящение, да? Да, это было посвящение вот этой теме, как Ромов из Индии. И это благодарю. Ну, мама литературу. Пять. Уроки. В общем, именно вот эта ее картина, канал 2018, стала очень популярна во всем мире и во многих изданиях ее уже можно было увидеть. Так что кому интересно познакомиться с ее творчеством как художницы, можно прийти к нам в музей и посмотреть. Символично. Это послание всем художникам Латвии, всей ассоциации диаспоры всех художников Латвии. Оля Дарамас, отойди не гляди. Там она посвящается всем художникам Латвии. Пускай все знают. Это у нас представительница цыганского авангарда. Я тоже очень люблю живопись. Большой поклон. Спасибо большое. Как-нибудь я тоже возьму кисть. Вдруг у меня получится. У меня вот одна из. Ну что, мы вместе что-нибудь красивое покажем. Да. Что-нибудь красивое напишем. Ирина Боровская пишет. Цыганский концерт. Редкость. Спасибо вам всем за праздник души. А также пишет. Привет из Молдавии, из Копенгагена, из Румынии. Всем привет! Право Фурспания, Плочо Камера, вот она наша звезда, это видно, Арнели пишет. Как люблю я вас.
мою сиява. Зрать увидела вас, я в недобрый час. Будь то трудный час, когда встретил вас, вот еще же есть, непокорные, я тебя ударал, конечно, ударал. Я попрошу на жизнь улыбающийся. Сейчас творчески простой, нет возможности проводить концерты, а это, в принципе, единственный заработок музыкантов. И вот мы как бы дарим вам, музыканты дарят вам такое выступление, и будут вам благодарны, если у вас есть такая возможность, ну, при возможности отблагодарить, финансово поддержать выступление. К этому посту написаны реквизиты, так что вы можете перевести какую-то сумму денег, которая приемлема для вас. Коллектив будет очень благодарен. Это вы поддержит. Собираем новую гитару. Творчество дальнейшее. Если это будет, если мы увидим, что это как бы людям нравится, что есть какой-то отклик, то я думаю, что с удовольствием продолжим эту традицию с какой-то регулярностью. Пока нет возможности концертов живых, я думаю, что мы сможем повторять и даже вот заказанные песни сделать в будущем. Да? Так что будем очень благодарны, если и финансово сможете поддержать выступление таких отличных музыкантов. Даже и Шмурлок не против. Это к тому, что написал Юрий Слунец. Для тех, кто еще не отправил денежку по ссылке на Revolut, подтверждаю, что все работает надежно с любой карточки. Сначала выбираем валюту. Так, и пропал этот комментарий, к сожалению, я его больше не вижу. Они просто очень быстро уходят. Ну просто, Юрий, спасибо вам. То есть, видно, Юрий уже поддержал финансово. Спасибо, Юрий. Да. То есть, там идет ссылка на счет при валюте. Вы можете любой картой оплатить, любую сумму перевести. То есть, там очень просто все просто сделать. Выбираете свои валюты, вписываете детали вашей карты. И вот очень минута, и готово. Ну вот, продолжим тему Андрея. Что сегодня с темой цыганской музыки. Народная тема. У нас есть еще такой обзор, так как панорама цыганской музыки, мы исполним еще инструментальные произведения, которые касаются
стиля, жанра цыганской музыки, такой стиль, как джаз-мануш. Французский стиль, это цыганский джаз, вот. И это очень популярно в странах. Венгрия, Румыния, ну, считается... Особенно, как я бы сказал, в Германии и Западной Европе очень особенно. Вот этот вот стиль мануш как раз, который он дал начало в 1933 году, большой резонанс начался как раз в 1933 году, благодаря великому нашему патриарху, некоторые называют и... Остановилось все, там что-то Facebook, он там какие-то у него фокусы. Но сейчас снова идет. Вот буквально несколько минут назад дядя Андрей, это мой дядя Андрей Жилакаев, рассказывал про разновидность цыганской музыки, цыганского искусства и направления жанра нашего искусства, нашей музыки. И упомянул, что в этом концерте, нашем онлайн-концерте, мы также исполним песню латвийских цыган. Следующую песню исполнит Роксана. Она поет ее достаточно давно, около лет 15, наверное. На самом деле я ее не исполняла, но, наверное, лет 10. Не исполняла, да. Раньше, вот в детстве, навсегда пел эту песню, по той причине, что написал эту песню наш дядя, Сандер Удевич, которого больше нет. Он автор многочисленных произведений цыганского народа, и писал он музыку в своем стиле, и она очень отличалась от музыки цыган любой страны. И в Латвии принято стиль дяди называть как музыка латвийских цыган. Поэтому сейчас мы исполним эту песню и очень надеемся, что вам понравится. Мака со владыки.
Пелевина пишет. Раиса Красотуля. Спасибо большое. Алевтина Ерига супер пишет. Лина и Ивасова, браво. Красиво танцует руки. Браво. Наталья Емельянкова. Молодцы. Очень много тут сердечек, комментариев.
серая, в камыши, а цыганская дочь за любимую ночь по родству бродяжей. Надеяться на самое лучшее, быть позитивными, сильными и разумными максимально. Как цыганская песня. Да, как цыганская песня, быть всегда в самом наилучшем состоянии духа. И будем надеяться, что Всевышний нас всех вообще будет нам очень благосклонен и да спасет Господь нас всех. Всем мира, счастья и добра. Спасибо вам большое, что присоединились и слушали наш коллектив в такую тяжелую ситуацию. Вы нас очень поддержали. Спасибо вам огромное. Спасибо. Обнимаем, целуем. Всем здоровья и радости.